Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы с вами разбираем видеокурс, выложенный на нашем втором международном канале English Professionally. Видеокурс называется 400 English Questions with Answers. 400 вопросов на английском языке с ответами. Да, 400 популярных вопросов с ответами. То есть, как вы видите, у нас с вами идет акцент именно на разговорные. Все ссылочки в описании. Также смотрите также канал, плейлисты, so I hope that you like it. Я надеюсь, вам понравится. So, мы с вами разбираем и переводим. Оригинальная версия, опять же, на том канале. How long have you been learning English? Как долго ты изучаешь английский? Вот смотрите, если у вас how long есть, то вы должны употреблять такое время, которое называется present perfect continuous. Present perfect continuous. Значит, have you been? Вам нужно употребить have you been? И глагол с инговой формой. How long have you been learning English? 2 года. Вот мы с вами говорим не просто 2 года, а на этот вопрос также ставим for. For 2 years. То есть 2 года, в течение 2 лет. For 2 years. Далее. How long have you been working here? Как долго ты здесь работаешь? То же самое. How long у вас есть? Поэтому автоматически ставите have you been. И глагол с инговой формой. How long have you been working here? For 2 months. 2 месяца. Также for 2 months. Далее. How long have you been waiting for me? Как долго ты меня ждешь? How long have you been? И глагол с инговой формой. For 15 minutes. For 15 minutes. How long have you been here? Как долго ты здесь? Вот почему такая конструкция? How long have you been here? Как это объяснить? Ведь по логике мы должны с вами поставить have you been плюс глагол синговой формы. Вот так мы с вами должны были, по идее, поставить, да? Но вы даже знаете, что в английском языке есть такие глаголы, которые не имеют формы continuous. В частности, к этим глаголам, вот популярные глаголы, это be, understand, соответственно, want, know. Мы их не употребляем, поэтому есть такое правило, мы с вами говорили в наших плейлистах по грамматике, тогда мы должны использовать present perfect. Если нам попадает такой глагол, то мы используем present perfect, то есть как и здесь. How long have you? И третья форма глагола. How long have you been here? То есть be, was, were, been. For about 2 hours. Около 2 часов. How long have you been dating? Как долго вы встречаетесь? Вот date – это встречаться с кем-то, не только дата. For about half a year. Около – это about. For about half a year. How long have you known each other? Как долго вы знаете? Здесь, опять же, та же самая ситуация, что мы с вами говорили выше, видите, не имеет формы continuous, поэтому мы с вами уже используем present perfect. How long have you known each other? Since childhood. С детства. Далее. Are you married? Ты женат, замужем? Yes, I am. Да. Краткий ответ, видите, are you, и ответ, соответственно, на I am. Are you married? Ты женат? No, I'm single. Нет, я холост. How long have you been married? Как долго ты женат? For 3 years. 3 года. Do you have a girlfriend? У тебя есть девушка? Yes, I do. Вот смотрите, если на do вопрос, то отвечаем yes, I do. Если утверждение, если отрицание. Do you have a girlfriend? No, I don't. Там, do you have a boyfriend? У тебя есть парень? Yes, I do. Да. Do you have a girlfriend? У тебя есть девушка? No, I don't. Нет. Have you got a girlfriend? У тебя есть девушка? Yes, I have. Да. Have you got a girlfriend? No, I haven't. Посмотрите, если на have у вас вопрос, вы смотрите на have, то I, yes, I have или no, I haven't. Have you got a boyfriend? У тебя есть парень? Yes, I have. Have you got a boyfriend? No, I haven't. Нет, у меня нет. Do you speak English? Ты говоришь по-английски. Видите, опять же вопрос на do, поэтому yes, I do. Да. Do you speak English? Ты говоришь по-английски only a little. Только чуть-чуть. Или видите, can you speak English? Можешь ли ты? Если на can, короткий вопрос. Yes, I can. Или can you speak English? Ты можешь говорить по-английски no, I can't. Нет, я не могу. Do you like learning English? Тебе нравится изучать английский? Мы с вами говорим like плюс глагол с инговой формы. Извините, если вам что-то реально нравится, вот такая конструкция like плюс глагол с инговой формы. Do you like learning English? Yes, I really like it. Да, мне действительно это нравится. How old are you? Сколько тебе лет? I'm 23. Мне 23. How old are you? I'm 33 years old. То есть вы понимаете, что можно сказать просто
Соответственно, I'm 33 или же I'm 33 years old. Или так и так. Просто так I'm 33 years сказать нельзя. Или old, или years old, или без этого. Are you here for the first time? Ты здесь первый раз? Right. Верно. Are you here for the first time? Ты здесь первый раз? No, for the second. Нет, второй. Where are you from? Откуда ты? I am from England. Я из Англии. Where are you from? Откуда ты? I am from the United States. Я из Соединенных Штатов. Where are you from? Откуда ты? I'm from Vietnam. Я из Вьетнама. Where do you come from? Откуда ты родом? В принципе, where are you from или where do you come from означает одно и то же, в принципе. Это очень похожие вопросы. I come from New York. Я родом из Нью-Йорка. I come from New York. Именно во время present simple и ответ I come from. Если скажете I came from, я пришел там из какого-то города. I come from, значит, я вообще родом. How are you? Как дела? Fine, thanks. Спасибо, хорошо. And you? А у тебя? What's your job? Какая твоя работа? I'm a manager. Я менеджер. What's your job? Какая твоя работа? I'm a businessman. Я бизнесмен. What's your job? Какая твоя работа? I'm a shop assistant. Значит, я, соответственно, продавец. Продавец-консультант. Shop assistant. What do you do? Чем ты занимаешься? I work as a manager. Я работаю менеджером. Are you a student? Ты студент? Yes, I am. Да? Do you work or study? Ты работаешь или учишься? I work. Я работаю. Do you work or study? Ты работаешь или учишься? I study. Я учусь. Do you go to school? Ты ходишь в школу? No, I go to university. Нет, я хожу в университет. Are you a native speaker of English? Ты носитель английского языка? Вот native speaker переводится как носитель. Are you a native speaker of English? Yes, I am. Are you American? Ты американец? No, I'm not. Is it British English? Это британский английский? No, it's American. Нет, это американский. Is it American English? Это американский английский? No, it's British. Нет, это британский. What do you do for a living? Значит, чем ты занимаешься, чтобы вот прожить? То есть, на что ты живешь? На что ты живешь? What do you do for a living? I work as a shop assistant. Значит, я работаю продавцом-консультантом. Do you like a job? Тебе нравится твоя работа? Yeah, I really like it. Да, мне действительно нравится. Do you like a job? Тебе нравится твоя работа? Not really, не очень. What's your profession? Какая твоя профессия? I'm an English teacher. Я учитель английского. What profession would you like to have? Какую профессию ты хотел бы иметь? I'd like to become a doctor. Я хотел бы стать доктором. Do you like traveling? Тебе нравится путешествовать? Yes, I really like it. Да, мне действительно это нравится. How often do you travel? Как часто ты путешествуешь? Several times a year. Несколько раз в год. How often do you go abroad? Как часто ты ездишь за границу? Да, без всяких прилогов. Go abroad. I think it's three or four times a year. Я думаю, это 3-4 раза в год. What countries have you already visited? Какие страны ты уже посетил? Brazil and Japan. Бразилия и Япония. Вот already указывает нам на время present perfect. What countries have you been to? В каких странах ты был? Не забываем поставить to. Вот такой вопрос. What countries have you been to? И в ответе. I've been to Vietnam and India. Я был во Вьетнаме и Индии. Have you ever been to India? Ты когда-либо был в Индии? Ever, когда-либо. Следовательно, используем время present perfect. И во время present perfect был где-то это to. Have you ever been to India? I was there last year. Я был там в прошлом году. Have you ever been to Canada? Ты когда-либо был в Канаде? Not yet. Еще нет. What's your native town? Какой твой родной город? Birmingham. When were you born? Когда ты родился? I was born on the 11th of December. Я родился 11 декабря. On the, дали дата и месяц. On the 11th of December. What countries would you like to visit next time? Какие страны ты хотел бы посетить в следующий раз? England and Australia. Английский и Австралия. What's your name? Как тебя зовут? Max. What's your surname? Какая твоя фамилия? Brown. What's your last name? То же самое. Какая твоя фамилия? Surname or last name? Wilson. Do you like this hotel?
Тебе нравится этот отель? Yeah, it's amazing. Да, он там удивительный, восхитительный. It's amazing. Is it a good hotel? Это хороший отель? Yes, it is, да. Where did you stay? Где ты остановился? In this hotel. В этом отеле. How many stars does this hotel have? Сколько звезд у данного отеля? Four stars. 4 звезды. Is it a five-star hotel? Это пятизвездочный отель? Yes, it is, да. What time is it? Сколько сейчас время? It's 9 o'clock in the morning. Сейчас 9 часов утра. What's the time? Или то же самое, сколько времени? То есть можно спросить, what time is it or what's the time? It's 9:30. Половина после 9, so 9:30. What time is it? Сколько время? It's a quarter to seven. Надо без четверти 7, без четверти a quarter to seven. What time is it? It's 10:30. Половина после 10, 10:30. What time do you usually get up? В какое время ты обычно встаешь? At about 7 o'clock in the morning. Около 7 часов утра. What time do you usually go to bed? В какое время ты обычно ложишься спать? After midnight. После полуночи. Good, хорошо. Do you get up early? Ты встаешь рано? Ты обычно встаешь рано? No, нет. I usually get up late. Я обычно встаю поздно. Are you free? Ты свободен? Yes, I am, да. Are you free? Ты свободен? Sorry, I'm busy. Извиняюсь, я занят. Can we discuss it now? Мы можем это обсудить сейчас? Why not? Почему нет? Can you talk to me now? Ты можешь со мной поговорить сейчас? Okay, good, хорошо. Can you call me? Ты можешь мне позвонить? Okay, no problem. Да, без проблем. Is it interesting? Это интересно. No, it's very boring. Нет, это очень скучно. Do you like this movie? Тебе нравится этот фильм? It's my favorite movie. Это мой любимый фильм. What's the matter? В чем дело? Everything is okay. Или то же самое. What's up? Что случилось? В чем дело? I'm looking for a taxi. Я ищу такси. Look for. Искать. I'm looking for a taxi. Where are you? Где ты? I'm at the airport. Я в аэропорту. Are you at home? Ты дома? No, I'm at work. Нет, я на работе. Are you at work? Ты на работе? No, I'm at home. Нет, я дома. Are you abroad? Ты за границей? No, I'm in England. Нет, я в Англии. What's happened? Что случилось? Nothing serious. Ничего серьезного. Is it a big problem? Это большая проблема? No, a small one. Нет, маленькая проблема. Вот чтобы не повторять все время problem, мы заменяем на one. Такое правило. A small problem or a small one. So, what are you looking for? Что ты ищешь? I'm looking for my keys. Я ищу свои ключи. Where is it? Где это? In front of this building. Напротив этого здания. Where is it? Где это? Across the street. То есть, напротив данной улицы. Через улицу. Across the street. So, where is it? Где это? Quite near. Достаточно близко. It's 100 meters from here. Это 100 метров отсюда. How do you get to work? Как добираешься на работу? By car. На машине. How do you get to work? Как ты добираешься на работу? By underground. На метро. How do you get to school? Как ты добираешься в школу? On foot. Пешком. Is your work near? Твоя работа близко находится? No, it's very far. Нет, она очень далеко. Is it a long way from here? Это долгий путь отсюда, то есть это далеко отсюда. No, it's very short. Нет, очень короткий путь. Where should I go? Куда мне следует ехать? Turn left. Поверни налево. Should I turn left? Следует мне повернуть налево? No, turn right. Нет, поверни направо. Do you have a car? У тебя есть машина? Yes, I do. Видите, do на do, значит, yes, I do. Next. Do you have a car? No, I don't. Нет, у меня нету. Или вопрос также с have. Have you got a car? Yes, I have, да? Or have you got a car? No, I haven't. У меня нет. Can you drive a car? Ты можешь водить машину? Yes, I can. Да. Видите, can, значит, yes, I can ответ. Или же, например, смотрите, значит, дальше у нас. Can you drive a car? No, I can't. Ты умеешь водить машину? Нет, я не умею. Do you have a driver's license? У тебя есть водительские права? Yes, I do. Do you have a driver's license? No, I don't. Опять же, вопрос на do. Have you got a driver's license? Which have you got? Yes, I have. Or, или,
Have you got a driver's license? No, I haven't. Do you drive carefully? Значит, ты водишь осторожно. Yes, I'm a careful driver. Я осторожный водитель, внимательный водитель. Do you live here? Ты живешь здесь? No, I live in another place. Нет, я живу в другом месте. Do you live together? Вы живете вместе? No, we live separately. Нет, мы живем раздельно. Are you ready to order? Ты готов заказать? Yes, да. Do you know where it is? Ты знаешь, где это? It's over there. Это вон там. Where is it located? Где это расположено? In the center of the city. В центре города. Или where is it situated? Также где это расположено? In this area. В этом районе. Would you like to live abroad? Ты хотел бы жить за границей? Why not? Почему нет? Would you like to study abroad? Ты хотел бы учиться за границей? I think it's a good idea. Я думаю, это хорошая идея. Do you have many friends? У тебя много друзей? Not many. Немного. Have you got many friends? У тебя много друзей? Yes, I have. Да. Who's your best friend? Кто твой лучший друг? Peter. How much is it? Сколько это стоит? $50. How much is it? £70. 70 фунтов. $50, 70 фунтов. Next. How much is it? Сколько это стоит? €20. 20 евро. How much is this sweater? Сколько стоит этот свитер? $40. $40. Is it your flat? Это твоя квартира? Yes, it's mine. Да, это моя. Is it your house? Это твой дом? Yes, it's mine. Да, мой. Is it your car? Это твоя машина? No, it's his. Нет, это его. Do you want to eat? Ты хочешь есть? No, I'm not hungry. Нет, я не голоден. Do you want to eat? Ты хочешь есть? I wouldn't refuse. Я бы не отказался. Do you want to drink? Ты хочешь пить? No, I'm not thirsty. Нет, я не испытываю жажды. Would you like to drink? Ты хотел бы пить? Yeah, I'd like to drink a cup of tea. Да, я хотел бы выпить чашку чая. Would you like to drink a cup of tea? Ты хотел бы выпить чашку чая? Yes, please. Да, пожалуйста. Would you like to drink a cup of coffee? Ты хотел бы выпить чашку кофе? Yes, thank you. Да, спасибо. Do you like going to the cinema? Тебе нравится ходить в кино? Yes, I often go there. Да, я часто хожу туда. How often do you go to the cinema? Как часто ты ходишь в кино? Once a week. Один раз в неделю. Do you like going to the theater? Тебе нравится ходить в театр? Not really. Не очень. How often do you go to the theater? Как часто ты ходишь в театр? Several times a year. Несколько раз в год. What are you doing? Что ты делаешь? I'm learning English. Я изучаю английский. What are you doing? Что ты делаешь? I'm reading a book. Я читаю книгу. What are you doing? Что ты делаешь? I'm having a rest. Я отдыхаю. What did you do yesterday? Что ты сделал вчера? Что ты делал вчера? I was at work all day. Я был на работе целый день. Did you get up early? Ты встал рано? Very early. Очень рано. How early? Как рано? At 6 o'clock in the morning. В 6 часов утра. Did you come back late? Ты вернулся назад поздно? Very late. Очень поздно. How late? Как поздно? At 1 o'clock at night. В час ночи. Did you talk to her yesterday? Ты разговаривал с ней вчера? I didn't have time for it. У меня не было времени для этого. What will you do tomorrow? Что ты будешь делать завтра? I'll go to work again. Я пойду на работу опять. What will you do tomorrow? Что ты будешь делать завтра? I think I'll stay at home. Я думаю, я останусь дома. Are you tired? Ты устал? Not really. Не очень. Are you tired? Ты устал? No, I'm full of energy. Нет, я полон энергии. Are you tired? Ты устал? Yes, I'm really tired. Да, я реально устал. Are you tired? Ты устал? Yes, I'm absolutely exhausted. Я совершенно истощен. Do you agree with me? Ты согласен со мной? I think yes. Думаю, что да. Do you agree with me? Ты согласен со мной? Not fully. Не полностью. Do you agree with me? Partly. Частично. Do you agree with me? I absolutely agree with you. Я полностью с тобой согласен. Do you agree with me? For 100%. На 100%. Is it a good idea? Это хорошая идея. Very good. Очень хорошая. What's the weather like today? Какая сегодня погода? Такая фраза. What's the weather like today? It's been raining all day. Значит, шел дождь целый день. Опять же, время
Present perfect continuous. То есть он раньше начался и сейчас все еще идет. It's been raining all day. Окей, all day нам указывает также вот на это время. All day. Окей, what's the weather like today? Какая сегодня погода? Awful, ужасная. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was really hot. Было реально жарко. Is it hot? Жарко? No, it's cold. Нет, холодно. Is it cold? Холодно? No, it's hot. Жарко. Is it sunny? Солнечно? No, it's cloudy. Нет, облачно. Is it cloudy? Облачно? No, it's sunny. Солнечно. Is it wet? Значит, соответственно, мокро. No, it's dry. Сухо. Is it dry? Сухо. No, it's wet. It's wet. Is it windy? Ветрено. No, it isn't. Нет. Is it raining? Идет дождь? No, нет. The sun is shining brightly. Солнце светит ярко. Do you like this kind of weather? Тебе нравится такого рода погода? Not really. Не очень. What would you like to talk about? О чем бы ты хотел поговорить? Let's talk about politics. Здесь мы говорим про политику. Let's drop the subject. Давай опустим этот предмет. Okay. Have you heard the recent weather forecast? Ты слышал недавний прогноз погоды? Yeah, да. They say, говорят, it will be rainy and cloudy tomorrow. Будет дождливо и, соответственно, и облачно завтра. Can we trust it? Мы можем этому доверять? I think yes. Думаю, что да. Can we trust him? Можем ли мы ему доверять? I think not. Думаю, что нет. I think we will win. Я думаю, что мы победим. I hope so. Я надеюсь. I think we will lose. Я думаю, что мы проиграем. I hope not. Надеюсь, что нет. What time will you check in? Значит, какое время ты будешь въезжать в отель? At 6 o'clock in the evening. В 6 часов вечера. В 6 часов вечера. What time will you check out? Какое время ты будешь выезжать из отеля? At 3 o'clock in the afternoon. 3 часа дня. Are you here for long? Ты здесь надолго? For 5 days. На 5 дней. How do you learn English? Как ты изучаешь английский? Online, online. How do you prefer to learn English? Как ты предпочитаешь изучать английский? By myself, самостоятельно. How are you going to learn English? Как ты собираешься изучать английский? On my own, самостоятельно. То есть by myself или on my own — это одно и то же. Do you speak English well? Ты говоришь по-английски хорошо. Not bad, неплохо. What do you do to improve your speaking? Что ты делаешь, чтобы улучшить свой speaking? I try to speak English every day. Я стараюсь говорить по-английски каждый день. Who do you talk to? С кем ты разговариваешь? I talk to my friends. Я разговариваю с моими друзьями. Where do they live? Где они живут? They live abroad. Они живут за границей. Where did you find them? Где ты их нашел? Online. How many hours a day do you speak English? Сколько часов в день ты разговариваешь по-английски? It's usually 2 hours. Это обычно 2 часа. Is your grammar good? Твоя грамматика хорошая. Not perfect. Не идеальная. Do you make mistakes when you speak English? Ты делаешь ошибки, когда говоришь по-английски? Sometimes. Иногда. What do you do to improve your grammar? Что ты делаешь, чтобы улучшить свою грамматику? I do different exercises on grammar. Я делаю различные упражнения по грамматике. What's your English level? Какой твой уровень английского языка? Это около, it's about, intermediate. What English level did you have last year? Какой у тебя уровень английского был в прошлом году? Beginner, новичок. What English level would you like to have? Какой уровень английского ты хотел бы иметь? Advanced, продвинутый. Are you happy about your results? Ты доволен своими результатами? I'm really happy. Я реально счастлив. Do you understand native speakers? Ты понимаешь носителей языка? Mostly yes. В основном да. Do you understand native speakers? Ты понимаешь носителей языка? The main idea. Главную идею. What do you do to improve your listening skills? Что делаешь, чтобы улучшить свои навыки аудирования? I try to listen to English speech every day. Я стараюсь слушать английскую речь каждый день. Are you fluent in English? Ты свободно говоришь по-английски? I think so. Я думаю, что да. Do you speak English fluently? Также, ты свободно говоришь по-английски?
Просто раз наоборот. Are you fluent in English or speak English fluently? Actually not. В действительности нет. It's my dream. Это моя мечта. Where do you want to go? Куда ты хочешь пойти? To the park. В парк. Do you often go to the park? Ты часто ходишь в парк every week. Каждую неделю. When did you go to the park last time? Когда ты ходил в парк последний раз? Yesterday. Вчера. When were you there last time? Когда ты был там последний раз? 2 weeks ago. 2 недели назад. What kind of food do you like? Какого рода еда тебе нравится? Italian. Итальянская. What kind of food do you prefer to eat? Какого рода еду ты предпочитаешь есть? Healthy food. Здоровую. Здоровую пищу. Здоровую еду. Healthy food. Do you often eat out? Ты часто ешь не дома? Eat out. Not so often. Не так часто. Do you often go to the restaurant? Ты часто ходишь в ресторан? It's usually twice a week. Обычно 2 раза в неделю. Is this restaurant near? Этот ресторан близко находится? No, it's in another area. Нет, он в другой области. Is there a restaurant? Здесь есть ресторан? There are 2 good restaurants. Есть 2 хороших ресторана. How is this food? Как тебе эта еда? It's really tasty. Она реально вкусная. How is this cake? Как тебе этот пирог? Delicious. Тоже вкусный. Delicious. But delicious — это более сильное слово. Do you like cooking? Тебе нравится готовить? It's my hobby. Это мое хобби. Do you cook well? Ты готовишь хорошо. I can't say so. Я не могу сказать так. Do you have much free time? У тебя много свободного времени? Not much. What are your hobbies? Какие твои хобби? I like cooking and drawing. Мне нравится готовить и рисовать. What are your occupations? Какие твои занятия? I like swimming and reading. Мне нравится плавать и читать. What do you like doing in your free time? Что тебе нравится делать в свободное время? I like watching different videos on YouTube. Мне нравится смотреть различные видео на YouTube. How often do you use the internet? Как часто ты пользуешься интернетом? Almost every day. Практически каждый день. Is it important? Это важно. Very important. Очень важно. Is it interesting? Это интересно? No, it's extremely boring. Это очень скучно, невероятно скучно. Is it long? Это длинно? Это длинное? Там, например, длинное видео? No, it's short. Нет, короткое. Is it big? Это большое? No, it's small. Это маленькое. Is it beautiful? Там, это красивое здание? No, it's ugly. Некрасивое, уродливое, ugly. Okay, good. Is it cheap? Это дешево? No, it's expensive. Нет, это дорого. Is it easy? Это легко. No, it's difficult. Это сложно. Is it heavy? Это тяжело. No, it's light. Это легко. Is she happy? Она счастлива. No, she's sad. Нет, она грустная. Do you think it's a good idea? Ты думаешь, это хорошая идея? I think it's a brilliant idea. Я думаю, это блестящая идея. Do you smoke? Ты куришь? No, I don't. Нет. Do you like this lesson? Тебе нравится этот урок? The lesson is very interesting, thanks. This lesson is very interesting, thanks. Этот урок очень интересный, спасибо. How do you find this lesson? Как ты находишь данный урок? Very useful, очень полезным. What about going to the cinema? Что насчет того, чтобы пойти в кино? Good, хорошо. How about calling him? Что насчет того, чтобы позвонить ему? Very good, очень хорошо. Do you enjoy learning English? Ты обожаешь изучать английский? Sure, конечно. How much money do you get? Сколько денег ты получаешь? $300 a month. $300 в месяц. How much money would you like to get? Сколько денег ты хотел бы зарабатывать? At least, по крайней мере, at least $1,000 a month. $1,000 в месяц. Would you like to have your own business? Ты хотел бы иметь свой собственный бизнес? No, I wouldn't. Нет, не хотел бы. It's very risky. Это очень рискованно. Would you like to have your own business? Хотел бы иметь свой собственный бизнес? I think it's a great idea. Я думаю, это прекрасная идея. Do you eat meat? Ешь мясо? Yes, I do. Да. Are you a vegetarian? Ты вегетарианец? Yes, I am. Да. Which do you prefer? Tea or coffee? Что ты предпочитаешь? Чай или кофе? Tea. Чай. What would you like to drink? Что хотел бы ты выпить? Tea. Чай. What would you like to drink? Coffee. Coffee.
What would you like to drink? Juice, сок. Is it okay? Все в порядке? Yeah, it's okay. Или то же самое. Is it alright? Yes, it's alright. Все в порядке. How will you pay? Как ты будешь платить? By credit card. Кредитной картой. When will you be free? Когда ты будешь свободен? Tomorrow. When can we meet? Когда мы можем встретиться? Next week. На следующей неделе. When would you like to meet? Когда ты хотел бы встретиться? Tomorrow, if possible. Завтра, если возможно. How was it? Как это было? Unforgettable. Незабываемый. Unforgettable. When did you see him last time? Когда ты видел его в последний раз? Last week. На прошлой неделе. Would you like to change your job? Ты хотел бы, значит, поменять свою работу? I'm thinking about it. Я думаю об этом. Would you like to visit this place? Хотел бы посетить это место? Of course. Конечно. When did it happen? Когда это произошло? In the morning. Утром. When was it? Когда это было? In the afternoon. Днем. When were you at home? Когда ты был дома? In the evening. Вечером. Can we meet at 2 p.m.? Можем ли мы встретиться в 2 часа дня? Sure. Конечно. Sure означает конечно. What are you planning to do tomorrow? Что ты планируешь делать завтра? I am planning to work very hard all day. Я планирую работать очень усердно целый день. Will you be busy at 7 p.m.? Ты будешь занят в 7 часов вечера? Very busy. Очень занят. Can we meet later? Можем ли мы встретиться позже? Okay. Хорошо. Can you see me off? Можешь ли ты меня проводить? Вот see off – это провожать. Will you pick me up? Ты меня заберешь? То есть подберешь, в смысле, на машине? Okay, хорошо. Will you pay for me? Ты заплатишь за меня? Alright, хорошо. Alright или okay. Will you come alone? Ты придешь один? Yes, да. Will you come with your girlfriend? Ты придешь своей девушкой? Yes, да. Where are you going? Ты куда идешь? I'm going to the store. Я иду в магазин. Там мне to the shop, to the store, to the supermarket. Where are you going? Куда ты идешь? I'm going to work. Я иду на работу. Where are you going? Куда ты идешь? I'm going to the park. Я иду в парк. Do you think it will happen? Ты думаешь, это произойдет? I think not. Я думаю, что нет. Do you think this project will be very successful? Ты думаешь, данный проект будет очень успешным? I think so. Я думаю, что да. Think so. Can we walk there? Можем ли туда пойти пешком? No, it's too far. Слишком далеко. Will we come there on time? Мы придем туда вовремя. I think it will be a bit late. It will be a bit late. Мы будем немножко позже, то есть опоздаем. Немножко опоздаем. Have you done it? Ты это сделал? Not yet. Еще нет. When did you finish your work? Когда ты закончил свою работу? 20 minutes ago. 20 минут назад. When did it start? Когда это началось? Half an hour ago. Полчаса назад. When will it finish? Когда это закончится? Quite soon. Достаточно скоро. When will the conference start? Когда начнется конференция? In an hour. Значит, через час. Do we have time? У нас есть время? No, we've run out of it. У нас закончилось оно. But run out of заканчивается. It's run out of it. Do you have money with you? У тебя есть деньги с собой? No, I left it at home. Нет, я забыл их дома. Is this money enough? Этих денег достаточно? No, it isn't. Нет. Would you like to have more money? Хотел бы ты иметь больше денег? I wish I were a millionaire. Я желаю. I wish I were. Это конструкция. Видите, здесь во второй части мы используем время past simple, так как это нереально. Сейчас, чтобы я был бы. I wish I were a millionaire. No, I'm not a millionaire, да? Например, I wish I were a millionaire. Далее. Is she in England now? Она сейчас в Англии? Yes, she is, да. Is he in Brazil now? Он сейчас в Бразилии? No, he isn't, нет. He is in the United States. Он в Соединенных Штатах. Where are your parents? Где твои родители? They are away. Их нету. Дома, то есть они куда-то уехали. Is he at home? Он дома? No, he is out. Его нет, дома. Where can I find him? Где могу найти его? In the office. В офисе. Where is she? Где она? She is at home. Она дома. How do you feel? Как ты себя чувствуешь? Good. Are you in a good mood? Ты в хорошем настроении? Yes, I am. Да. Can I talk to you later?
Могу ли я с тобой поговорить позже? Окей. Окей. As soon as I have free time. Как только, как у меня будет свободное время. As soon as. Как только, как у меня будет свободное время. What do you teach? Что ты преподаешь? English. Английский. Are you an English teacher? Ты учитель английского? Yes, I am. Да. Where is it? Где это? On the shelf. На полке. Where is it? Где это? On my desk. На моем письменном столе. Should I do it again? Мне следует сделать это опять? I don't think so. Я не думаю. What advice can you give me? Какой совет ты мне можешь дать? Practice sport more. Занимайся спортом больше. Is it a good recommendation? Это хорошая рекомендация? Very good. Очень хорошая. How much does it cost? Сколько это стоит? Not much. How much does it cost? Сколько это стоит? $200. $200. How much is this dress? Сколько стоит это платье? 70 pounds. 70 фунтов. How much does this dress cost? Сколько стоит это платье? $80. $80. Would you like to buy something? Ты хотел бы что-то купить? No, thanks. Нет, спасибо. I'm just looking. Я просто смотрю. Do you need my help? Тебе нравится моя помощь? No, thanks. Нет, спасибо. How can I help you? Как я тебе могу помочь? No, thanks. Нет, спасибо. Is the shop open? Магазин открыт? No, it's closed. Нет, он закрыт. Is the shop closed? Магазин закрыт? No, it's open. Нет, он открыт. When does the shop close? Когда этот магазин закрывается? At 7 p.m. 7 часов вечера. Will it close soon? Он скоро закроется. In an hour. Через час. Am I right? Я прав. I think you are. Я думаю, что да. Is it right? Это верно. Yes, it is. Да. Is it right? Это верно. No, it isn't. Это неверно. Is it correct? То же самое. Это корректно. Верно. Yes, it is. Да. Is it correct? Это верно. Корректно. No, it isn't. Нет. Should I write it down? Следует мне это записать. What write? Писать. I write down. Записывать. I think it's a good idea. Я думаю, это хорошая идея. Can you write it down for me? Ты можешь это записать для меня? Okay, no problem. Okay, без проблем. Can you help me? Можешь ли ты мне помочь? Sure. Конечно. Who is that woman? Кто та женщина? That's Kate. Это Кейт. How old is she? Сколько лет? 25. 25. Does she have a job? У нее есть работа? So, yes, she does. Да. What's her job? Какая у нее работа? She is a sales manager. Она менеджер по продажам. Does she have a family? У нее есть семья? No, she doesn't. Нет. Have you known her for a long time? Ты знаешь ее давно? For 3 years. 3 года. Can we meet with her one day? Можем ли встретиться с ней однажды? I think it's possible. Я думаю, это возможно. Does she speak English? Она говорит по-английски? Yes, she does. Да. Does she speak English fluently? Она говорит по-английски свободно? Yes. Да, her English is very good. Ее английский очень хороший. Can she speak Spanish? Она может говорить по-испански? No, she can't. Нет. Can you speak Spanish? Можешь ли ты говорить по-испански? Yes, I can. Да, могу. Hablo español. So I speak English, hablo español. И ты? And you? Hablas español? Do you speak Spanish? So, where did you learn Spanish? At school. Estudié español en mi escuela. I studied Spanish at school. Who is that man? That's Max. The Max. How old is he? Сколько ему лет? He is 33. Ему 33. What does he do? Что он делает? Чем он занимается? He does business. Значит, он занимается бизнесом. Does he have his own business? У него свой собственный бизнес? You're absolutely right. Ты совершенно прав. What does he sell? Что он продает? Different goods. Различный товар. Вот good хороший, а goods это товар, множественное число. Goods. What kind of business is it? Что это за бизнес? Какого рода бизнес это? It's an online shop. Это онлайн-магазин. Where did you meet him? Где ты встретил его? At one conference. На одной конференции. Do you remember it? Ты помнишь это? Very well. Очень хорошо. Do you remember it? Ты помнишь это? I am afraid I forgot it. Я боюсь, что я забыл это. Do you recognize him? Ты узнаешь его? No. Нет. Who is he? Кто он?
Is he married? Он женат? Yes, he is. Have you ever met him? Ты когда-либо встречал его? Twice. Дважды. How many times have you been there? Как много раз ты был там? Three times. Три раза. Do you have children? У тебя есть дети? No, I don't. Have you got children? No, I haven't. То есть нету. Have, поэтому ответ с I haven't. No, I haven't. Do you have children? Yes, I have a son. Да, у меня есть сын. Do you have children? У тебя есть дети? Yes, I have a daughter. У меня есть дочь. How old is your son? Сколько лет твоему сыну? Five. Пять. How old is your daughter? Seven. Семь. Do you know what this word means? Ты знаешь, что это слово означает? Sure, конечно. Do you know what this phrase means? Ты знаешь, что эта фраза означает? Of course, конечно. What's the meaning of this phrase? Какое значение этой фразы? It means very easy. Это означает очень легко. Can you say it again? Можешь ли сказать это еще раз? Окей, хорошо. Can you repeat it? Можешь ли ты повторить? Окей, no problem. Да, без проблем. Is he a good teacher? Он хороший учитель. Yes, he's very professional. Да, он очень профессиональный учитель. Can you wait for me? Ты можешь подождать меня? Окей, хорошо. Does your car often break down? Твоя машина часто ломается? Very rarely. Очень редко. Would you like to buy a new car? Хотели бы ты купить новую машину? Maybe next year. Возможно, в следующем году. Are you good at driving? У тебя хорошо получается водить машину? Quite good. Достаточно хорошо. Are you good at English? У тебя все хорошо с английским? I know it really well. Я знаю его реально хорошо. What helped you improve your English greatly? Что помогло тебе улучшить английский значительно, сильно? Watching different videos on YouTube. Значит, просмотр различных видео на YouTube. Were you in Europe? Ты был в Европе? No, I was in Asia. Я был в Азии. Are you going to India? Ты собираешься в Индию? No, I'm going to China. Я собираюсь в Китай. Who told you that? Кто сказал это? My girlfriend. Обратите внимание, что здесь вспомогательный глагол не нужен. Там who told you that, who knows, кто знает, who understands, who в значении кто. Значит, мы не ставим, не ставим во время present simple, настоящем и, соответственно, past simple, прошедшем. Ну, вот такая тонкость, просто обращайте внимание. Who told you that, my girlfriend. Are you interested in it? Ты интересуешься этим? Very interested, очень. Do you like shopping? Тебе нравится shopping? Ходить за покупками? I can't say that I really like it. Я не могу сказать, что это мне реально нравится. Do you often do the shopping? Ты часто делаешь покупки? Not so often, не так часто. Do you think we should do it? Думаешь, нам следует сделать это? I doubt. Я сомневаюсь. I doubt. How does it seem to you? Как тебе это кажется? Very interesting. Очень интересно. How does it sound? Как это звучит? Very strange. Очень странно. What's your favorite subject? Какой твой любимый предмет? English. Английский. Is he with you? Он с тобой. Yes, he is with us. Да, он с нами. How are these clothes? Как эта одежда? Как тебе эта одежда? Very fashionable, очень стильная. Are you waiting for us? Ты ждешь нас? Yes, we are. Вы ждете нас? Yes, we are, да. Will you come? Ты придешь? We'll try. Мы попытаемся. It's interesting, isn't it? Это интересно, не так ли? Yes, it is, да. So, yes, it is. Next. It's a good idea. Это хорошая идея, isn't it? Не так ли? Yes, it is, да. This thing is very important, isn't it? Эта вещь очень важна, не так ли? Yes, it is, да. This lesson is very interesting. Этот урок очень интересный, isn't it? Не так ли? Yes, it is, да. Do you promise? Ты обещаешь? Yes, I do, да. Is the source reliable? Этот источник надежный? Very reliable, очень надежный. Is this time convenient? Это время удобно? Very convenient, очень удобно. Where is the closest ATM? Значит, где ближайший банкомат? Close to this building. Рядом с этим зданием. Would you like to make a career? Ты хотел бы сделать карьеру? Of course, конечно. How long have you been working for this company? Как долго ты работаешь в этой компании? For 2 weeks. 2 недели. Would you like to work for another company? Хотел бы ты работать в другой компании? We'll see. Мы посмотрим. Do you like this format? Тебе нравится этот формат? It suits me, он мне подходит.
Do you like this kind of lessons? Тебе нравятся такого рода уроки? I think it's very effective. Я думаю, это очень эффективно. Do you think it's very effective to learn English by yourself? Ты думаешь, это очень эффективно учить английский самостоятельно? Why not? Почему нет? Could you add more information? Мог бы ли ты добавить больше информации? Okay, I'll do it. Okay, я это сделаю. Where do you usually buy it? Где ты обычно покупаешь это? Online. Online. Can you recommend the shop? Можете ли рекомендовать данный магазин? Yes, it's very good. Да, он очень хороший. Are you fond of YouTube? Ты обожаешь YouTube? Yes, I really like it. Да, мне сильно нравится. What really helped you improve your English? Что тебе реально помогло улучшить английский? То есть, обратите внимание, можно сказать, what really helped you to improve your English? Улучшить, так как это инфинитив, но можно сказать и без to. You know, native speakers often say it this way. Видите, языка сейчас говорит по этим именно так. So, it's one. English channel, это один английский канал, which is called English Professional, который называется English Professional and English Galaxy. And English Galaxy, of course. Okay, so, thank you very much, my friends. Спасибо вам огромное. So, you know, все видео можно посмотреть на нашем втором канале в оригинале. Там даже есть как раз пауза, что вы повторили, отработали все. То есть, действительно, это ходовые разговорные фразы. И мы с вами делаем такой акцент, большой акцент на speaking. Okay? Okay, thanks a lot. See you.